Просто если вы себя чувствуете сильным кандидатом, зачем вы не поп продвигаете? Ну вот видите, вот кто-то вас даже записывает на видео. Опять будете врагов искать это где-то. Это ваша стезя, вы выступаете, это ваш, это ваша, только ваша партия была. Хотя на сегодняшний день просто, да? Если мы 18 тысяч, мы 6 тысяч, 24 тысячи жителей города Ачинска готовы за то, чтобы построить мост, кто против? Никто же не против, все только за. Всегда работаем. Кто не давал-то партии власти построить мост? Наверное, ЛДПР мешал. Нет, партия власти на сегодняшний день, администрация тоже как бы не согласна с этим мостом. Ну а людям надо 24 тысячи.